Добрый день, дорогие друзья и подписчики нашего канала. С вами снова канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Сегодня мы решили немножко отдохнуть. Провели полдня в отеле. Да, наконец-таки, да. Да. Ну а вторую полдня решили пройтись по Дубай-молу, посмотреть цены, может приобрести какой-нибудь сувенирчик. Ну и вам тоже показать. Ну что, в юном месяце апреля в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Так. Ребята, зашли мы в магазинчик, купили вот такую Бурдж-Халифу, сделали нам скидку, она стоит 53, нам сделали 35, это получается за 9 долларов, вы представляете, какие сувениры здесь дорогие. Так что мы один сувенирчик уже как бы приобрели. Это вот зашли еще в один магазин, где продаются дамские сумочки. И Вова решил мне приобрести вот такую вот сумочку. Ребята, посмотрите, она стеклянная или что? Да, реально, посмотрите. А сколько прайс? Дирхам. 3900 дирхам. Это получается 1000 долларов. 1200 долларов. Представляете, вот такая сумочка, это 1200 долларов. Я так думаю, может она позолоченная или брендовая. Есть вот такие даже. Такие мини-сумочки. Так, а мы идем дальше. И а вот... уносят меня, и уносят меня в тенящую снежную даль. Эх, три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Так что вот такие вот карусельки детские есть. И, кстати, на карусели у них стоят вот такие вот ограничения. И это все, напомню, вы видите в Дубай-моле. Сейчас мы зайдем, посмотрим на одежду. А еды это дирхам? Это дирхам, 50 дирхам. 50 дирхам, 100 дирхам это получается сколько? 50 дирхам это получается 15 долларов. Маечку примерили. Стоимость 7 долларов. Мы нашли вообще магазинчик недорогой, но нас запретили там снимать, мы как бы немножко тоже закупились, мы потом сделаем обзор, что мы купили. А скажи, Катя, какие там цены, да? Майки там по 3 доллара, майки да? Можно найти от 4 долларов и выше. Потом, ну это я про мужское говорю, по женской части там тоже можно найти, так, юбки от 8 долларов. Ну, такие удлиненные. Ну, в общем, цены нормальные. Ну, даже если мы нашли майку, которую покупали перед отъездом сюда. Да, у нас. Такая серая, я снимался в ней. И она дороже получилась. Да, на доллар у нас, дороже. У нас дороже. Да. Ну, одна и та же фирма, это Макс или как-то она. У нас, да, у нас она получилась, она дороже на доллар. Вот вещи, все говорят, которые... ой, Дубай, дорогой город. Не, ну мы и сами найти говорили. Можно. Это. Мы сами, да, ну, говорили. Да, это. Да, да. Потому что вы же видите, по еде разница такая. Можно и за 100 долларов поесть, поужинать, а можно поужинать и за 7. Ну, плюс то же самое одежда. Ну, найти а, Дива. Можно, ой, как их, да. Ну, как их. Чемоданы, да. Разбежка такая, целых 100 долларов. Допустим, в Дубай-моле 125 долларов, а мы специально съездили за чемоданом. В дыру такой чемодан 25 долларов тоже как бы. Так что
Есть. И, ну и плюс торговаться, но я не знаю, Дубай Молли навряд ли тут можно торговаться, потому что нет, здесь фиксировано. Вот смотрите, тоже как красиво все оформлено. А что это такое, я так даже не знаю. А, это часы, часы. Это вот специальный отдел в детскую комнату, детские часики. Смотрите, сколько этих часов. Очень много. Даже дома такую вот поставить, да, у ребенка в комнате. Ему было бы интересно. А по цене? Ну да. А сколько прайс? Like this, sir, не, вот этот, вот этот. That one is 240. And then the music. 240 дирхам. That's the price. Так, 240 дирхам. The music is that one. Вот эта штука 240 дирхам. Это получается. Так, ребята, вот нам разрешили любезно поснимать в этом магазине. Сейчас мы скажем, сколько платье стоит. А я хочу вам такую информацию донести. Мы обратили внимание, мы сейчас ходим по третьему этажу Дубай Молла. И третий этаж, недалеко от аквариума, здесь почти весь этаж, вот это наша часть, а чисто продается все детское. Напомню, третий этаж. Посмотрите, это Армани, и это стоит 1950 дирхам. 1000 дирхам, это у нас $270. Есть детские отделы с Армани. Это уже дешевле. Это 1400 дирхам. Ну вот, окажется, да? Ну, обалденно. Так, кроссовки. 1000. 1000 дирхам, $270 детские. Так они даже со штрих-кодом на пятки идут. Да? Смотри, да, вот штрих-код уже свой как бы. Ну вот что там, ортопедическое что-то или да что? Да ничего, просто бренд, ну, бренд фирмы. Фирменные. Ну Армани. Что, ничего тут нету. Ну, тоже прошитый, Армани. Ну. А, да, тоже Армани. Нет, это все Армани. Мы зашли да, в Армани. Это... Так что тут вы рассчитываете, я думаю, дешевле $200 ничего не будет. Ну да, я тоже так думаю. Сейчас вот давай джинсовочку уже посмотрим. 1150. Так, 1150. Это... Вот такая вот маленькая. Ну, $300. Да, вот даже такие костюмчики, школьные наборы. Сейчас, минуточку, а то, потому что тут как-то два ценника. Что найти? Надо найти. Да. Что-то... А, вот. Ну, это 525, если... А, еды это же, да? Это дирхам? Ну, да. Ты... А, это 525, это рубашечка. Это рубашка. Я думала, это набор. Вот, это одна рубашечка 525. Одна рубашка 525, получается. Да. Это пинжак 1450. Ну, 1500, 1770. Так, не, ну, это получается 1450, и там 500 с чем-то, получается 2000 это 540, рубашечка и пиджачок, это $540. Это, ну, и плюс штаны, тоже так думаю, почти под $1000. Все, thank you very much. Ну... Ну вот тоже, так да. Вот детки ходят в Дубай. Да, да, ребята, мы ведь в Дубае. А, вот еще тоже. Шли, не захотели пройти тоже. Такой красоты детские такие вечерние платья, очень красивые, нарядные. Смотри, какая. Для крохи. 5000 дирхам. 5000 дирхам. Так, это 250, может на 5, это 1000, почти $1400, вот такая штука, ребята, фирма тоже, бренд, Мишка Йоки, Мишка Йоки, не знаю даже такое. Да, вот посмотрите, какие шикарные платья. Сейчас примерно тоже скажем цену. Почти как телевизор стоит. Это получается сколько? 9,3 на 3,6. Да, 3,6. Разделите на 3,6 и вы получите сумму в долларах. Это получается $2000 где-то плюс-минус. Тут еще даже круче, чем от Армани. Еще дороже. Может, вполне возможно, что это может и ручная работа, но... А вот смотри, пижама. Давай посмотрим, сколько она стоит.
такая пижама 477. Да, $130. Смотрите, как сделаны красивые эскалаторы. Смотри, да, как четко сделано. Угу. Получается, мы на третьем этаже. Третий, второй, первый. А, да вообще четвертый это получается. И такие вот паровозики развозят. Ну, это уже понятно, взрослых не развезут, а маленьких детей могут развозить. Как меня. Да, как Катя. Понимаешь? Ну, так, уже ребята, смотрите, такая вот штука. This is wireless power bank. Firebug. No, this is the power, this is the phone. Если вы... Он вот так вот выглядит, да? Он уже, вот видите, горит, заражен. Его не обязательно втыкать в телефон. Телефон можно просто положить, и вы видите, идет зарядка. Пошла зарядка. Так что вот такая вот интересная штука. This is the one. А сколько прайс? The last price is two. Сколько доллар? Да, доллар. $63. $63. Вот такая интересная штука. Так, еще раз хочу показать, какой огромный Дубай Молл. Вот еще есть такое вот приложение, чтобы не заблудиться в Дубай Молле. А как оно называется? Так и называется. Дубай Молл. Его можно скачать. Здесь есть Wi-Fi. И по нему, как говорится, вот так вот передвигаться. Это намного тоже упростит. Мы сейчас тоже забили VR-парк. И вот двигаемся по маршруту. Потому что тоже, видите, вот там он, конца и края нету. Там этот полукруг очень длинный. А здесь вот какие-то машины здесь вот разыгрываются тоже. Интересно. Да, тоже вот продолжение идет. Еще один этаж. Одежды тоже вот в магазинчике. Большой выбор. Тоже есть. Это парфюмы всякие разные. Крема. Тоже очень много. Сразу можно даже по запаху определять, к какому ты отделу подходишь. Смотрите, какая красота. Какой интерьер для квартир. Мы подошли к такой кафешке. И берем мороженое. Три шарика. Фисташковое. Ой. Шоколадное, фисташковое и карамельное. Выбор мороженого тоже. Очень-очень-очень-очень-очень. И вот нам такая вот эта штучка получилась. 36 дирхам. $10, так что вы прекрасно понимаете, какие тут цены. Да, вот здесь тоже мороженое очень-очень много. И голубого, такого только нет. Так что, ребята, отдых и жизнь здесь. Очень недешевая, реально, очень недешевая. Чего?
Ребята, с вами канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Оставайтесь с нами, и будет много чего интересного. Ну, покажи, покажи. Беларуси, очень приятно. Я люблю Беларуси. Иран? Усамадиб? Вы из Ирана? Вот, ребята, теперь я настоящий шейх. Он должен выступать в роли продавца. Класс? А ты просто один джина, второй джина? Да. Один джина? Второй. А надо второй найти. Почему? Она красивая, не просто один. Просто один. Да, да, потому что... Два хозяина? Нет, не хозяин. Да, да. Это не колхозник. Это... Можно? Я хочу бацион. Я не бацион, я хочу бацион. Колхозник. Лицо. Спасибо большое. Не проблема. Нет. 250 дирхам, это получается... Very nice video. YouTube, no problem. 250 дирхам, это сколько получается? $65. Так, ребятки. Смотрите, какой здесь паучок такой, нехиленький, маленький. А мы продолжаем нашу прогулку по Дубай-молу. Масштабы сами видите, самый большой мол в мире. Его нереально обойти. Можно найти все, что угодно здесь. Это опять мы в телевизорах. Смотрите, какие телевизоры. Обалденные. 8К. 8К. Класс. Вы смотрите, какое качество. Реально, это... Мне лучше старика. Ну, классно. Если дома такую повесить, картину, а? Да обалдеть. А он тоненький? Это настоящая картина. Он, смотри, какой он тоненький. Да, он очень реально тоненький. Реально, смотри, вообще. Вот, 31 999 дирхам. 31 тысяча. Катя, 31 999. Это сколько? Да, у них шикарно. Мы здесь проезжали возле магазина люстров. Там люстры по 3 метра высотой. Я говорю, Вова, у нас люстра как раз таки получится. Прямо от потолка это, до пола. Да, это если мы маленькую возьмем, то у нас получится от потолка до пола. А там такие шикарные, там как во дворцы. Ну, они реально некоторые живут во дворцах. Потому что арабы... Любят, я так уже заметил, все большое, и чтобы они были первые, лидерами во всем. Даже если кто-то что-то сделал раньше их, они копируют и делают в два раза больше, да, и лучше. И зашли мы в магазинчик, где продаются кровати. Можно видео? Вот, посмотрите, какие штуки интересные. Сейчас мы спросим цену.
изгибается для удобства. Вот если у кого там ноги, спина болит, она вот можно принимает любую форму. Такая очень. Ты потрогай. Это вообще класс, смотри. Видишь? Она и остается. И она принимает. Она принимает форму тела, если вот. Вот, вот смотрите, 6. Она. 7200. Пультом управляется. И стоимость этой кровати получается $7200. Да, так, нам разрешили попробовать. Ребята, мы попробуем. Да, ребята, такое чувство. Ну, конечно, ценник такой, но это действительно. О, на такой так кровати приятно. Будешь высыпаться. Реально. Супер, блин, она любую форму принимает. Класс. О, еще и массажер. Массаж. Да. Ребята, представляете, идет еще массажер. Вот это да. Это, представляете, знаете, наподобие как кресло-массажер. Но только в два раза комфортнее, потому что ты лежишь, она принимает форму твоего тела. И настолько удобно. Просто это шикарно. Это вообще шикарно. Ребята, смотрите. Она управляется пультом. И вы сжимаетесь и разжимаетесь. И идет массажер. Смотрите. Ну, во-первых, по дизайну такая крутая вообще. Ой, как она поднялась. Очень классно, очень комфортно. Вот, посмотри, такой телек классно посмотреть, вот если представить. И телек. Массаж, да, тебе? Да, и массаж сразу делается. Вообще классно. $7200. Да. Интересно, это натуральная кожа? Ну, я думаю, Катя, за такие деньги тут, наверное, все натуральное. Не, так ты понимаешь, что даже и в тех кроватях очень удобный матрас. А я вот села на такую вот. Очень такая удобная тоже. Тумбочки такие прикроватные, тоже классные. Опа. Если вы за день устали, на такой кровати буквально ну 2 часа. Это полный релакс. Да, просто полежать вам, потому что она массажирует. Вы понимаете, вы принимаете форму тела. И каждая эта вот мышца расслабляется, потому что идет вибро такой массаж. И он, кстати, этот массаж, он тоже регулируется, вот здесь тоже пульт. Но это говорю. И заметь, да. Мы лежали без подушек, и очень было удобно. Мы ведь в Дубае, в том самом Дубае Арабских Эмиратов. Кстати, это вот там была, получается, ну такая побольше размером. А есть вот с такими же тоже самое массажерами, с такими этими, вот вы видите, да? Есть вот поменьше, чуть-чуть попроще. Она будет, конечно, подешевле стоить, ну, только подешевле. Но я думаю, если та 7200, может, ну, это 4800 по 5000 где-то такая вот тоже обойдется. О, смотри, даже вот видите, здесь даже можно... Здесь даже можно попробовать прилечь и отдохнуть, посмотреть вот подушка, как она... Здесь вот, прежде чем купить подушку, здесь вот любезно предоставляют просто положить. Слушай, может, ну там мы заберем подушку? Что это тут за материал, интересно? Ну как тебе? Я хоть отдохну. Я уже находилась. Ну вот, Катя... Устала, решила немножко отдохнуть. Они одинаковые, только они немножко меньше получаются, потому что вот у них вот эти механизмы стоят, я вижу просто. Вот он то же самое. Ты смотри, меня не зажми. Я боюсь, что ты сразу две кнопки нажмешь и меня и спина и ноги вот так. Начало движение. Да. Катя же настолько расслабилась. Так удобно? Да, вот так. Так, ребята, зашли мы, где подсвечники. Но здесь вы, как видите, такие подсвечники
они, наверное, будут очень дорого стоить. Только одинарные. Вообще такие ни о чем. Посмотрите, как красиво оформлен стол. Вы посмотрите, какая красота. Все блестит. Абсолютно полностью. Ну и вполне возможно, что это или золото, или позолота. Очень классно. Ну, шикарно. Очень шикарно. Так, такие вот сувениры башни Бурдж-Халифы, 49 дирхам, это около 10 долларов. Такие вот слитки. Вот это хороший, очень красивый. Большие, да? А, такая вот большая, 74. 77, Бурдж-Халифа. Да, это 20 долларов получается. Так, смотрим. Сувенирчики на любой вкус и цвет. Полно. Сейчас посмотрим это. 263 дирхама. Так, а вот это уже получается очень дорого. 263, это 27, 50, около 70 долларов. Вот такие штуки серебряные. Такой наборчик стоит 168 дирхам. 168 дирхам, порядка 40 долларов. Шкатулочки 75 дирхам, 20 долларов. Очень много, очень реально сувениров, очень много. Смотри, что это такое? А это термометр. Видишь, наверное, какая будет температура, этот шарик подскочит вверх. 24, смотри, градуса. Ну, видишь, 20. Это термометр. А, 22, да. Вот видите, как вот изобрели арабы. Такой вот термометр. Сейчас, минуточку, смотри аккуратно, пожалуйста, прошу тебя. Это вот 26. 26 это какая самая высокая, 26, самая низкая. Это вроде 18, да. 42. Да? Очень прикольно, вообще реально. Я домой такую хочу штучку. Смотрите, какие голограммы. А это на самом деле обыкновенный вентилятор. Создает такой вот эффект, как будто планета движется. Простой вентилятор. С вами был канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Пока.